яна рэдка бывае прамой, часам робіць непрадказальныя павароты, мудрагеліста пляце ўзор лёсу. Яго перыпетыі, адкрыцці і проста жыццё вельмі і не зусім вядомых людзей, якіх смела можна назваць нашымі. У программе «Линия лёсу». Я только в 87 году пошел на пенсию. Працавал вельми шчыльна, всю ночь на киностудии я нечто там огучиваю, а раніцай треба бегчы на радио, потому что ровно у 6 повинен уже сказать у прямым эфиры «Говорить Минск». Долгие десятигодзе, коли телевизоры были еще не во усіх, а радио кропка у кожным доме, менавіта яго голос задавал з раніцы тон настрою тысяч беларусов. У день рождения белорусского радио молодейший за его на полгода легендарный диктор Илья Курган и его «Линия лёсу». Меня зовут Алена Давыдова. Привитание. «Линия лёсу». Про Илью Кургана можно сказать «Человек эпоха». Гэта про яго Юрый Левітан заўважыў: «Вам не патрэбны Левітан, ёсць у вас Ілья Курган». Гэта яго называлі «золотым голосом Беларусі», тым не менш дыктарам радыё. Ён стаў, можна сказаць, выпадкова. І шлях да гэтай прафесіі не быў роўным і прамым. Вось што пра гэта ўзгадваў сам Ілья Курган. Запіс фондаў фанатэкі «Дома радыё». Пачыналася это ўсё ў Барысаве. В 1934 году мы переехали в Минск, семья переехала. Батька працавал на заводе имя Кирова, мать працавала, не памятаю, яким района. А я учился в школе. Выкладчики были такие, что мне наогул пошанцевало на выкладчиков, на людей цікавых у житті. Шанцевало все життё, не могу поскардиться. Потом началась война, эвакуация, я уже 7 классов скончил. Батьку взяли на фронт, а мы с мати были в эвакуации. Батька обронил Сталинград, дошел до Берлина, был контужен. Илья у эвакуации в Самарканде працавал тем же ночным вартовником и учился 10 классов, скончил экстерном. Там был тогда у эвакуации институт инженеров морского флота, об'єднаний з Ленінграда і з Одеси. І ось туди мене з одним рачком, якому я допомагав, тому що він вже був поранений. Я допомагав йому трошки, він мені допомагав, вольовий чоловік, він примушав мене сидіти, корпусу в цих науках, і ми здали з ним екстерном за 10-годку. Здали нас, прийняли на судоводительське відділення, це штурман далекого плавання. А потім я почув, що у Мінську відкривається театральний інститут, а я там уже неде в джазі яким співав, мені це подобалося з дитинства. І поїхав у Мінськ один, прийшов на місце, де був дом, а замість його стояла німецька самоходка. Ночувати нема де, куди подіться. Ходив на телеграф, там ночував, робив вигляд, що чекаю визву. І потім, це ж треба таке, тільки буває у кіно, коли таке зробить, кажуть, це за вуші притягнуто. На вулиці, випадково, зустрів батько. Він з Германії домобілізувався, приїхав у Мінськ. А у його вже було ніде в інтернаті місце. І ось ми з ним там вдвоїх спали. І він почав працювати ніде в столовій ЦК партії. І там уже можна було і пообідати. Так, і ось тут, коли зустрів вже батько, вже легше зробилося ніяк. А напереді були екзамени у театральний інститут. Куртка на ім була югославська, штани німецькі, трофейні солдатські, а на ногах – галюші, підв'язані вяровкою. Ось у таким вигляді хлопець і поступав. Це не мало тоді ніякого значення. Коли нечто було у чоловіку, його брали, недик, він мог прийти в смокінгу, його б не взяли. Було, я думаю, що, по-перше, була тяга до цього. Може, не зусім асенсованная навіть тоді. І потім у мене був голос, мене приймало. Примав мене заснавальник белорусского театра Купаловского Мирович Евстигний Афиногенович. Это такие люди были. Это легенды просто. Мирович, Санников, Орлов. Это все такие волоты просто в мастацтве. Это люди, которые створали белорусскую театральную школу по сути. Линия лёсу. Знайсти себе. Амаль паўстагоддзя яго голас гучаў на беларускім радыё. Ды як гучаў? Паміж пустак, балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнатечнай, дрэмле памятка дзён,
что у небыт утекли, удирванелый курган вековечный. Запіс фонду фонетики «Дома радио», а на ім легендарний диктор Ілля Курган читає поему «Курган» Янки Купали. На радио он пришел в 1949-м, после закончения театрального института его запросили в Витебск у театра имени Якуба Коласа, але тут он почул объяву, что проводится конкурс на диктора радио. Думаю, пойду я, что я там, много людей было. Меня взяли одного. Ну, там был Юревич Владимир Михайлович, это мой хросный радиобатька. 1 листопада Илья Курган только вышел на работу, а уж ощемого вел репортаж. Так еще и почалось, а потом пошло и пошло. Хутко мне присвоили уже высшую категорию. Потом Нестерович Василий Петрович, старшиня Держтелерадио, уже меня зарабил мастацким керуником. Мне подобался, але я все рвался в театр, а меня не отпустили. Дарэчы, на радио долгий час працавала режиссером жонка Ильи Кургана Ирина Андреева. Познаёмились яны яшчэ у институте. Я был на 4-м, и она на 1-м курсе. Она была такая привабная, такая просто с ее по улице нельзя было пройти. Ее так кидались и липли, это мужики столько за это. Тут у всяких баталий было, мама родна. Але падаецца, ён і сам быў нішто сабе, калі такая прыгажуня выйшла за яго замуж. Міналі гады, яму прысвоілі званне заслужанага артыста БССР, а радыё станавілася ўсё бліжэйшым і раднейшым, а самога Ілью Львовіча пачалі называць беларускім левітанам, і ён стаў любімым дыктарам. Ну, на радыё тут было многа рознага, багата было і цікавага, нават і смешнага было многа. Это уже Левитан взял на узброение. Я одночи прочитал «Говорить Минск», 10 годин, 15 детей, починаем передачу для детей. Я не заважу, пошел читать далее, прочитал. Потом выходжу, мне кажется, все, о, ну даешь, 10 годин, 15 детей. Я, конечно, не разумею, это жарт ваш. Який жарт? Пошел по слуху, соправды так. И Левитану потом подарил это, и он ездил с какие курьезы такие, как он говорил, рассказывал про разные здоровья на радио, и про это рассказывал так само. Лінія лёсу, як на далоні. Ён вельмі любіў тэатр, але шлюб з ім у яго не адбыўся. Атрымаў дыплом акцёра, пайшоў на беларускае радыё. Вытрымаў велізарны конкурс, амаль 100 чалавек на месца. Яго прынялі на работу. Тады ён быў Ільёй Эйдельманам. А роўна праз год у газеце 4 лістапада 1950-га апублікавалі яго артыкул «Хай растуць нашы дзеці», падпісаў яго Ілья Курган. Гэта дзявочае прозвішча мамы. Калі кіраўнікі радыё пра гэта даведаліся, то прапанавалі ўзяць прозвішча і для эфіру. Сёння пра дыктара беларускага радыё, тэатральнага педагога, акцёра-чытальніка Ілью Кургана. Вядома, работа на радыё была вялікай рызыкай, казаў ён у адным з інтэрв'ю, але дапамагала акцёрская інтуіцыя, сабачы нюх, калі хочаце. Шмат было сітуацый складаных і небяспечных, практычна заўсёды. Я чытаў з ліста, але як не дзіўна, страху не адчуваў ні разу. Запіс фондаў фанатэкі «Дома радыё». Я чытаў 95% усіх перадаж з ліста. Мне не цікаў было другі раз уже чытаць. А так свежее восприятие некое было. Мне тогда интереснее было это. У нашей памяти застанется не только голос. У Ильи Львовича десятки вучнев, с якими он щедро делился любовью до слова. Выкладал у Академии мастацтваў и Университете культуры мастацтваў. Приходишь туда и прикидываешься, что ты самый молодый, что ты самый здоровый, и ничего, никаких инфарктов. И они кажут, они дивятся, потом у вас... Откуль вы скачете, там же сцены, да я не по приступочках поднимаюсь, а ускокую туда, я им кажу, вы же такие молодые. И это меня ратуя с молодью, потому что с молодью. Приходят же такие, и они ж не ведут, что это, с какого боку подойти до этого театра, что это, как это робится. Это все складано, театральная педагогика, это самое складано, это не я кажу, это довольно признано. И коли удается зарабить его артиста и режиссера, ну это приносит такое задовольнение.
Илья Курган выступаў літаратурным кансультантам у Купалаўскім тэатры і Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, пайшоў на пенсію толькі ў 80-м 26 мая 2016 на сцэне Купалаўскага тэатра. У гонар 90-годдзя Ільі Кургана адбыўся урачысты вечар. Лінія лёсу. Ілья Львовіч удастоіўся за жыццём многіх рэгалій. Заслужаны артыст БССР, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, ганаровы член Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі, а яшчэ перанёс 4 інфаркты. Не стала легендарнага дыктара ў 2019-м, абаяльнага і мудрага чалавека, які сакраваў унутраным цяплом усіх, хто быў побач. Ілья Курган верыў у людзей. Казаў: «Я свята веру ў разумны, высакародны пачатак у чалавеку. Веру ў каханне, сяброўства мне фантастычна шанцавала ў жыцці на людзей». Беларускаму радыё таксама пашанцавала, што ў яго амаль 100-гадовым жыцці быў такі чалавек. Эпоха, легенда, залаты голас. Ілья Курган. І не толькі быў, ён ёсць і абавязкова будзе. Ну а на сёння ўсё. До сустрэчы. Лінія лёсу.